Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы будем снимать видео, как мы создали так что новую карту, и будем создавать собственный как бы дом сначала обустройство, и потом поеду в шахту, может. Ну, серия будет длиться около 5 минут, например. Здорово, пацаны, мы с вами сами, еще Димон. Мы будем называть Power Children Minecraft 1.7.5. Дим, включи Wi-Fi. На этом. А, на телефоне. Сейчас мы вам самое главное, секундочку. Сейчас мы вам покажем, как делать портал в ад в версии 0.7.5 любой. Ну, 0.7.5. Сейчас мы вам покажем, как делать портал в ад. 0.7.5 вы там можете добыть. Я вам покажу выживание. Ой, в креативе. Любая платная версия на Майнкрафт. Да. Я еще покажу в креативе, а вы это можете сделать в выживалке, но только реактор поджечь. Мое лицо покажи. Только реактор поджечь. Это как его? Только реактор поджечь огнивой. Пацаны, привет. Дима, стоп. Ой, бать, ты же. Посмотри. Скоро к нам присоединится новый наш друг. Данюш, мать. Смотрите, вот. Данилюха. Тихо. Вот, пока, смотри. Мы появились в супер новом мире. Ну, обычно. В мире нам понадобится, чтобы построить. Вот так вот мы должны поставить. Дима, ты не умеешь снимать нормально. Так мы вот поставили блоки. Мы делаем портал в ад. Так. А телефоне 300 раз лучше. Теперь ставим. Какой? Теперь ставим реактор. Тут ставим камни. Ой. А какой реактор? И потом ставим вот так вот. Секунду. Так ты не ставишь. Артём у нас специалист по Майнкрафту. Один шутку. Сми пока. Так, и вот. И вы берете, когда выживание вы, да, вот так построили. Вы берете. Ребята, приколосы прям. Вы берете. И мы это будем укладывать. Тихо, да. Вы берете и вот такой. Димка. Ребят, прикол это отправить. Берете огниво и поджигаете вот этот алмазный блок. И берете огниво. И это реактор, ну как бы нажимать на реактор. И вот у вас портал активировался. Он остался весь красный, только... но я вам советую идти в ад с алмазной броней и со всеми причинами. Вам лучше не брать ненужные вещи, вам дорогие. Берите меч и броню. Там вам придется атаковать монстров. И собирайте вещи. Свинозомби. Свинозомби, эндермены, зомби. Свинозомби. Только свинозомби. В этой версии будет летать только там гаст. Гасты будут летать. А в версии до этого, которые были, Бармер 1 и так далее, там были свинозомби. Ну, вот. Всем пока, с вами был Артём.